передо мной сейчас лежит просто шикарный набор новинок косметики. Причем все здесь бюджет, кроме, пожалуй, что палетки, которую вы не могли не заметить на превью. Да, это новая палетка от Tami Tanuka, перезапуск их палитры с Василиском, ее будем пробовать сегодня с вами впервые. И вообще у нас один из самых веселых, наверное, форматов «Все лицо первых впечатлений». Из белорусской косметики у нас тон Рилуи, гель для бровей Люкс Визаж, который за последние пару недель, по-моему, уже умудрился стать бестселлером. И еще маркер для веснушек от Белор Дизайн, но не знаю, подойдут они нам сегодня или нет. От бюджетного бренда Бинуаж, который представлен на Wildberries, у меня стики румян и контура, и также бордовая подводка. От бренда Rad их новая тушь, точнее формула-то туши старая, но она так любима в цветных цветах, цветных оттенках, особенно бордовый оттенок, максимально популярен Oxblood, и я, кстати, снимала про него небольшой шорт. И, наконец-то, мольбы были услышаны, и Rad выпустили эту же формулу в черном оттенке туши. И также у меня есть красный карандаш для глаз. От бренда Catrice пудра, которая как будто бы похожа на метеориты от Guerlain, и карандашик для губ Plumping. От бренда Alien Russia хайлайтер из их последнего запуска. И, наконец, от бренда Vivien Sabo впервые буду пробовать их маркер для бровей и консилер, хотя это не новиночки, а вот Titi Tint – та еще новинка в глубоком бордовом оттенке. Ну вы, короче, поняли, что сегодня будет жарко. Вы на канале Makeup Машка, и мы начинаем. Начнем мы с подготовки кожи. У меня, как я многократно уже рассказывала, очень сухая, атопичная, часто обезвоженная кожа, поэтому для меня этап подготовки и, в принципе, ухода является буквально самым главным в макияже. По рекомендации дерматолога я далеко не каждый день умываюсь водой, но если уж умываюсь, я предпочитаю какие-то очень деликатные мягкие умывалки. Последние месяцы мой абсолютный фаворит — это вот такая вот умывалка от Эдемия. Вы как бы можете оценить, что я действительно ей постоянно пользуюсь, потому что она какая-то для меня оптимальная. У нее легкая текстура, похожая чем-то на молочко, она почти не пенится, и я это очень ценю. Пахнет это, кстати, очень ненавязчиво. Называется эта штука Face Cleanser Betaine плюс Grey, виноград. Это одна из тех уникальных умывалок, после использования которой моя кожа чувствует себя не более стянутой, а менее стянутой. Следующим этапом я наношу тоник. В Этеме он называется Biome Face Tonic Bifida плюс Inulin. И здесь текстура, которую я бы, может, назвала даже эссенцией или что-то такое, потому что это гуще, чем водичка. Но она даже не липковатая, просто слегка вязкая субстанция. Она почти ничем не пахнет, очень легко распределяется. И мне представители бренда порекомендовали наносить это на любые участки кожи, когда я сказала, что у меня атопический дерматит, и мне далеко не все средства подходят, и что этот тоник хорошо успокаивает и увлажняет даже участки на теле, например, и я все лето этим пользовалась, иногда даже вместо крема, потому что было очень жарко, и это действительно отлично справляется. Сейчас, когда моя кожа требует более интенсивного ухода, я использую это как первый этап увлажнения. Она очень быстро впитывается, оставляет вот слегка-слегка липковатый финиш и красивое сияние на коже. Следующим этапом я могу нанести какую-то сыворотку целевую, которую я сейчас использую, и затем, конечно же, закрываю все кремом, и в Этемия есть универсальная совершенно штучка Hydrating Face Cream, и он универсален тем, что он абсолютно невесомой текстуры, очень легкий, моментально впитывается, и обычно я, как очень сухокожий человек, предпочитаю что-то более тяжелое, более ощутимое, но здесь магия в том, что при всей легкости этой текстуры кожа себя чувствует супер увлажненной после использования. Он слегка пахнет какими-то травками. Опять же, молочкообразная текстура, очень-очень легкая. Я думаю, что если вы не любите ощущение крема на себе, не любите липкость после ухода, вот, это 100% для вас. А сейчас в холодное время года, когда я люблю более густую текстуру, когда я с утра пользуюсь этой штучкой, я добавляю в нее несколько капель масла жожоба и использую таким образом, и мне это замечательно подходит. Вы можете оценить, какое красивое сияние добавилось у кожи, а я, в свою очередь, ощущаю абсолютное отсутствие стянутости, которое у меня было после душа. Кожа стала более мягкой, я чувствую, как будто она выпила стакан воды после жажды. А, кстати, на ночь вместо вот этого легкого кремчика я обычно использую вот эту вот Relief Emulsion. Это кислотная линейка у Этемия, и здесь уже идет вакуумная помпа, тоже белая мягкая субстанция. Я ее наношу, и я прям чувствую какой-то приятный холодок, знаете, как будто бы вы очень сильно хотели пить,
и потом выпили 2 стакана прохладной воды, и вам резко стало хорошо, вот точно так же чувствует себя моя кожа после нанесения этой эмульсии. Короче, ЭТМ — это прям классный российский бренд, который хочется поддерживать, продуктами которого хочется пользоваться, потому что при том, что у них очень приемлемая для их составов цена, они придерживаются концепции использовать научно доказанные составы, эффективные концентрации. Их косметика подходит и для косметологов, например. Для меня самым большим приколом оказалось, что средство может эффективно увлажнять и при этом не быть супер жирным каким-то. И можете оценить, насколько у меня впечатлил вот этот вот легкий кремчик. Вот здесь вот уже ничего не осталось. Это я прям уже все со стенок соскребла и начала новую баночку. Косметику ЭТМ можно купить у них на официальном сайте, на маркетплейсах. Я оставлю ссылочку в описании. Если вы еще не уверены, с чего именно начать, наверное, больше всего я вам рекомендую именно вот эту вот мягкую, но очень эффективную умывалку. Спасибо большое Тэмми за поддержку этого видео, а я с такой сияющей напитанной кожей перехожу, наконец, к макияжу. Но скажите, что вы теперь тоже не можете развидеть, что тональный крем от бренда You — это молодежный подбренд Рилуи, но очень похож на картошку. Я как бы понимаю, насколько тупо шутить про белорусов и картошку, но камон, они сами это сделали. Итак, тональный крем. Реально, как вторая кожа by Rilui Really Second Skin Ultra Light Foundation. У меня в оттенке 01 Light Beige, самый светлый. Я искренне пыталась пройти мимо этого запуска от Rilui, но этот тональный крем, мне кажется, очень многие расхвалили, и мне стало просто очень интересно. Сразу могу сказать, что этот самый светлый цвет, но он не очень светлый. У крема есть небольшой аромат, но не очень интенсивный. Он действительно желтенький, друзья. Прям даже мне будет желтоват. Я говорю даже мне, потому что мне куча тонов в последнее время были очень светлыми, но мне кажется, что это была просто какая-то выбеливающая формула. Можете, например, мой обзор на бренд Arrive посмотреть после просмотра этого ролика. А так, вообще-то, я обычно беру себе первые тона в линейках. Вот здесь первый тон можем оценить. Ну, давайте разнесем сначала, а потом будем уже оценивать. Использую спонжик от бренда Arrive. Но в жизни я вижу, что он чуть-чуть темнее и чуть-чуть желтее, чем мне надо. Но на камере, и учитывая, что шея в тени, в целом нормально. Ложится тон, кстати, суперски. Распределяется легко. Текстура здесь не очень густая, но и не очень жидкая. Я такое люблю. Больше всего я люблю прям сильно густую текстуру, потому что она обычно здорово пропечатывает шелушение. Но здесь с этим тоже все хорошо. Я постараюсь проносить макияж сегодня как можно дольше, но, к сожалению, это нельзя будет назвать полноценным тестом. И я вообще-то планирую обзор на белорусскую косметику, и там, в частности, будет, конечно, этот тональный крем от Rilui. Но только от вас зависит, какие ролики выходят раньше, какие позже. Я ориентируюсь на ваши комментарии и запросы в других соцсетях. Так что, если вам интересно про белорусскую косметику, пишите. Пока я могу сказать, реально как вторая кожа. Не врут. Тонко, незаметно лежит на текстуре. При этом финиш, не могу сказать, что глянцевый, он вот просто натуральный. По крайней мере, на мне сейчас. Я бы даже сказала, что здесь вполне себе среднее покрытие, потому что краснота в центре лица перекрылась. Короче, пока я довольна, наблюдаем за этим тоном. А пока нанесем консилер. Это консилер со светоотражающими частицами Aurora от Vivienne Sabo. Это не новый запуск, но я его еще не пробовала, поэтому решила вставить в это видео. Вот смотрите, первый оттенок консилера от Vivienne Sabo ощутимо светлее, чем тон. Чисто для гармонизации оттенков добавлю немножечко вот так вот на центр лица и подтушевываю тем же самым спонжем, прибивающими движениями. В зоне вокруг глаз растушевываю в последнюю очередь, потому что я хочу, чтобы консилер там как бы немного схватился и поэтому выдал больше пигментации в итоге. Здесь я концентрируюсь в нанесении во внутреннем уголочке, вот здесь вот в зоне синичка. Также подтягиваю наверх внешний уголочек и самым тончайшим слоем разношу по подвижному и неподвижному веку, буду использовать как базу под тени этот консилер. Я чаще всего в своей жизни использую именно консилер как базу под тени, поэтому будет интересно проверить и этот консилер в этой роли. Очень неплохо консилер все перекрыл. Это не полное покрытие, оно скорее среднее. Он действительно слегка светоотражает, но мне нравится, что пигмента в нем тоже достаточно. Наверное, я бы капельку предпочла либо больше покрытия, либо больше цвета коррекции в зоне самого внутреннего уголочка глаза, где у меня такая заметная синева, но в целом все хорошо. Я довольна тональными средствами, а это залог на успех всегда в макияже. Давайте теперь делать кремовую коррекцию средствами от Binoche. Сначала я беру кремовый скульптор. Здесь, кстати, классная вот такая вот
силиконовая крышечка. Не уверена, что у меня хватит терпения и аккуратности ее хранить в процессе использования, но при распаковке это приятно. Как будто бы дополнительная защита. Здесь, кстати, нормальный пластик, не самый дешевый, и 0,1 оттенок скульптора. Ну, хороший. Я, наверное, даже попробую прям из стика нанести. Ой, чуть-чуть в нем как будто бы есть оливки. Это не всегда хорошо мне подходит, потому что моя, собственно, кожа розоватая, но зато она сочетается с зеленым фоном и кофточкой. Давайте прям все спонжем тушевать сегодня. Пока кажется, что не самая элементарная растушевка. Наберу чуть-чуть с руки и как бы поверх буду проходиться, стараясь смягчить границы, потому что у меня прям не до конца растушевывается полосочка пока. Ну, по крайней мере, можно сказать, что это не из тех скульпторов, которые прям совсем гелевые и не пигментированные. Ёжики кололись и продолжали наносить из стика и тушевать спонжем. Может, он как-то схватывается, надо просто побыстрее работать, потому что вот здесь, вот в зоне челюсти, как будто бы все проще получается. Вот поэтому я не считаю, что первые впечатления — это истина в последней инстанции, потому что вот сейчас мне кажется, что сложновато тушуется продукт. Но в этом может виноват быть как сам продукт, так и мое настроение сегодня, так и спонж, так и тональное средство. На лбу, кстати, тоже все хорошо растушевалось, так что зря я ворчу. Чуть-чуть, наверное, на нос еще хочу добавить. Под губу. Делаю это больше для гармонизации оттенков, на самом деле, чем для какой-то конкретной скульптуры. На носу как будто, кстати, разъел тон. Нет такого ощущения? Да. Прибью чуть-чуть консилером. Что ж, давайте оценим. Здесь сторона со скульптором, здесь сторона без скульптора. Мне кажется, эффект появления скул действительно присутствует, но оттенок мне все-таки зеленоват. Вообще в линейке вроде как три оттенка. Последний такой очень красноватый, а первые два сложно отличимы на реальных сводчах из отзывов. Но вот я взяла самый первый, и мне кажется, что все-таки немного прогадала. Или как вам? Напишите в комментариях. За кадром я нанесла скульптор на вторую половину лица, так как будто бы даже плюс-минус гармоничнее все смотрится. И давайте перейдем к румяну от того же бренда Benoit. Смотрите, какая люксовая здесь упаковочка. На самом деле хорошо выглядит упаковка товара для его стоимости. Открываем. Стараемся не порвать. Ну, камон. О, с другой стороны получилось. Ё-моё, коробочка. Как все серьезно. И в таком же абсолютно стике румяна, но отличать их можно вот здесь вот по попке. К сожалению, не по цветам, но хотя бы по номерам. Оттенок 03 сакура. Тоже есть пимпочка. Давайте посмотрим оттенок. О, розово-персиковый, почти неон. Как будто бы прикольный, слушайте. То есть как бы он и светлый, и в теплинку, и в розовинку. И как будто бы он другой чуть-чуть текстуры, потому что он как-то тоньше нанесся. Интересно. Жизнь меня ничему не учит, поэтому я продолжу наносить из стика. Но смотрите, видите, что он прям прозрачненько наносится? У меня просвечивает тон, кожа, скульптор. У спонжика все еще не закончились чистые поверхности. Продолжаю тушевать им. Просто вот так вот сверху. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. О, и все. Слушайте, какой прелестный оттенок. Мне прям что-то очень зашел. Он такой освежающий. Вот так вот в стике он выглядит слегка пугающе, как будто он белоперсиковый. Но по факту, вот как я люблю, когда мне нравятся продукты. Что может лучше поднять настроение, чем удачные первые впечатления? Ладно, ладно, постараюсь не накаркать, у нас еще куча всего впереди. Но это 100% отправляется ко мне в ежедневную косметичку, потому что это, в отличие от скульптора, еще очень просто растушевалось. Может, это какое-то помутнение у меня сегодня, и на самом деле они одинаковые текстуры, надо будет проверять, но пока я могу точно рекомендовать вам эти румяна в 0,3 оттенке. Ну, посмотрим еще, как проносятся, но пока мне очень нравится. По ощущениям, у меня нет никакого желания припудриваться, я не ощущаю никакой совершенно липкости на тоне, ну, потому что у меня очень сухая кожа, и редко какие-то тона на мне бывают прям липкие, обычно впитывается вся липкая часть очень быстро, но я вижу, что по центру есть небольшое сияние, возможно, для кадра было бы здорово припудриться, плюс мне просто интересно проверить эту пудру от Catrice. Soft Glam Filter Powder. Возьму вот такую вот супер легенькую кисточку от House of Kiss. Набирается, кстати, пудра, чуть-чуть даже пылит, хотя кисточка очень мягкая. И вот прям вот здесь вот по краям у носа... Ой, хе-хе, здесь начало сиять сильнее. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Это не был план. Так, окей, другая идея. Давайте наберем на более пушистую кисточку, это Бернович 16. Вработаем в крышечку и нанесем по периферии лица, как будто бы это перед хайлайтером, как бы этап.
Я таким образом иногда даже легкий хайлайтер наношу, потому что мне нравится, чтобы была видимость сияния. Слушайте, ну вообще, как будто бы сглаживается текстура. Пудра вроде как прозрачная, по крайней мере, так она сейчас себя ведет, потому что и румяна, и скульптор, по-моему, не стали более глухими. Ладно, давайте по всему лицу уже нанесу. Тонким-тонким слоем, благо пудра это позволяет. Вот, смотрите, видите, блик здоровый у кожи не пропал, но при этом все полностью просушено. И как будто бы даже сглажена текстура в итоге. Мне, наверное, как человеку с очень сухой обезвоженной кожей, такое сочетание тона и пудры на каждый день суховато, но вот сейчас на камере мне очень нравится эффект. Я просто предполагаю, что через пару-тройку часов кожа начнет всасывать остатки жизненных соков и будет выглядеть неаккуратно. Ну, посмотрим, посмотрим, еще не факт. И тут я вспомнила, что у нас еще суперинтересный хайлайтер от Эллен, поэтому давайте я сбрызну лицо тоником, чтобы немножечко объединить все слои, и чтобы было куда прилипнуть хайлайтеру. Этот хайлайтер вышел у Эллен в рамках лимитированной коллекции. Блин, опять порвала коробку. Она, кстати, очень красивая, такая слегка даже бликует какой-то радугой чуть-чуть. Короче, этот хайлайтер вышел у Эллен в рамках лимитированной коллекции этого лета, которая называлась «Белые ночи». Я думала, что... Ну все, я не успела ее обозреть сейчас, как и всегда, лимитки пропадут с прилавков. Но эти продукты до сих пор продаются и не собираются заканчиваться. Этот хайлайтер мне было очень интересно попробовать, и вот мы здесь. Эллен Раша White Nights Highlighter. 7 грамм. Made in Russia. Ну-ка. Вот так вот в рефиле выглядит слегка темноватым мне хайлайтер, но я надеюсь, что он прозрачный. Ощущается, как запеченная текстура. Пока непонятно. Растираю по пальцу. Вообще, блик красивый, даже слегка прохладный в растертом состоянии. Давайте наносить. Возьму кисточку для хайлайтера от Real Techniques и прям не жалея наберу. Ой, как сыпется. Это была плохая идея. Что-то я не ожидала, ладно. Работаем в кисть. И погнали, наблюдаем за бликом. Хопа! Затираю. О, пошло дело. Затирается. Не знаю, вы видите базу у хайлайтера? Обычно на камере это видно лучше. Так вот в жизни вроде все нормально. Прям активно это везде. Растираю остаточки. Ну что, блик очень красивый. Текстура выглядит аккуратненько. Со второй стороны нанесу поменьше. О, вот это вот вообще нормально на каждый день. Вот это вот уже прям поярче. Блик выглядит красиво, особенно на камере. В жизни я все-таки вижу текстуру своей кожи, но здесь надо понимать, что довольно много здесь слоев продуктов для меня. Обычно я бы наносила хайлайтер вообще просто на кремовые румяна и тонкий слой тона. Здесь у нас все-таки есть еще пудра. Ну и тон, соответственно, не самый увлажняющий. Еще раз все сбрызну. И перейду к оформлению бровей. Здесь у меня есть супер-пупер новинка гель Luxe Visage. Говорят, что он ультра-супер-экстра фиксирующий. Здесь так написано. Extreme Fix 24 Hours Waterproof. Гель-ламинатор для бровей с супер-сильной фиксацией. Короче, бесцветный. И уже совсем не новинка, но мне, конечно, интересно было попробовать, потому что я тестирую разные маркеры для бровей сейчас. Это маркер от Vivienne Savo. Супер. И оттенок 04. Здесь у нас кисточка. О, я, кстати, думала, что он может быть не темноват, но маркер, судя по всему, довольно прозрачный. Это значит, что мне будет проще с ним работать. Давайте сначала нанесу гель для бровей. Почему-то стало очень модно добавлять одушки в гели для бровей. Здесь она тоже есть. Щеточка здесь тоже супер модная, такая узкая, с частыми зубчиками. И оп, прочесывает. Короче, ощущение, что я клеем мажу брови. И он сразу схватывается. Ой-ой-ой. У меня ощущение, что он уже схватился. Ладно, не буду его беспокоить в таком случае, потому что если начинать расчесывать уже схватывающийся гель, могут образовываться белые комочки. Но пока я их не вижу. Это плюс, хотя мы наносим после тона пудры и так далее. Скажем, гель Pussy у меня в такой ситуации начинал комковаться буквально с первого нанесения. Мне такое очень не нравится, потому что я не всегда хочу оформлять свои брови до макияжа лица. Ну, это, конечно, прям вязко, друзья. О, и здесь, кстати, уже есть небольшие белые катышки от тона. Ладно, все, не трогаю. Вот так вот пальцем я еще чувствую на бровях некоторую липкость, поэтому не буду пока наносить маркер, потому что я боюсь, что он забьется, и оформим губы. Для губ у меня Titi Tint, последний запуск Vivienne Savo глянцевых тинтов. Я, кстати, в телеграм-канале показывала свотчи. Я взяла 06 оттенок, который... Ну вау, какой винный, какой глубокий, какой осенний, ну просто. Пахнет, кстати, знаете чем? Химозными зефирками.
которые розовые в пачках продаются. Сразу могу сказать про минус этого средства. Я заказывала у официального представителя на Wildberries, и была прям эта баночка заклеена наклейкой, и я ее отодрав, не могу избавиться от липкого слоя. У меня весь тинт, прости господи, в липком клее, и все руки у меня в клее, и я не смогла это оттереть смывкой для ногтей, мылом. Помогите, пожалуйста, что с этим сделать, потому что это очень неприятно. В общем, вот такой вот у нас оттеночек. Я еще хочу насладить, чтобы был прям кровавый эффект. И я достала, как мне кажется, подходящий по цвету карандаш, тоже новинка, только уже от Catrice, вот в таком вот розовом оттенке, или он слишком светлый? Ну да, он, наверное, слишком светлый для этого тинта, но, по крайней мере, он поможет нам наметить контур. Особенность этих карандашей Catrice в том, что они с плампинг-эффектом. Карандаши с плампинг-эффектом. Я тот человек, который не любит плампинг-эффект. Из классного карандаш этот автоматический. Наношу. Рисовать удобно, идет он очень мягко. Но не настолько мягко, чтобы грифель ломался. Нарисовала я контур, подзаполнила немного уголки губ и сижу, жду плампинг-эффект. Мне начинает казаться, что я ощущаю какое-то легкое тепло, но вполне возможно, что это плацебо. Вот пока мне кажется, что если эффект какой-то плампинг и есть, то он точно не ядреный. Но теперь самое интересненькое. Тинт. Свайп. Ух, на оттенок это просто бомба. Причем на официальных свотчах он какой-то более блеклый. А в подружке я попробовала и офигела, это прям запекающаяся кровь. Текстура глянцевых тинтов очень модная сейчас, так что Vivienne с собой молодцы, что подсуетились. Мне самое главное, чтобы не сильно эта текстура сушила, потому что мне даже тинты от Rumaine подсушивают. А их очень многие любят. Ну просто какова вампиресса? Цвет бомба. Хочу поднаслоить еще, чтобы был прям ух. Особенно к лавовому Василиску, лавовые губы. Что пока здорово, он на шелушинках не застревает именно за счет своего глянца. Потому что у меня не самые гладкие губы, мягко скажем. Наслаиваться тоже хорошо. Для такого темного оттенка не пятнит вообще. Пока это просто кайф. И текстура, и оттенок, но не упаковка. Что там, кстати, гель для бровей? Ага, он полностью зафиксировался. Брови абсолютно сухие. Кстати, даже не глянцевые, по-моему. И вообще не двигаются. Достойно. Беру маркер для бровей, что-то не пойму, есть ли у него шарик внутри. Если есть, то сейчас я его не слышу. Ну, погнали. Я маркером вот так вот дорисовываю кончик, чтобы бровь была подлиннее. И хочу, наверное, заполнить сейчас бровь легкими волосочками, вот прям почти всю, чтобы она поплотнее выглядела, потому что сейчас у меня как будто бы волосы темнее, чем брови, и макияж, как видим, контрастный. Так что как будто бы было бы здорово, чтобы брови поддерживали эту более контрастную историю. Оттенок 04, очень безопасный просто для русых. Его можно вот так вот наслоить, как я сейчас, чтобы он был более брюнетистый, но в первые тонкие наслоения это прям, мне кажется, при большом желании даже блондинки могли бы использовать, но для вас там есть еще 3 оттенка до этого. Вот такой у нас промежуточный результат. И всегда, когда я делаю макияжи с тоном, насыщенными бровями, насыщенными губами, мне хочется остановиться на этом этапе, потому что мне кажется, что это выглядит максимально стильно. Просто пустые глаза, красивая кожа и вот эти 2 акцента — брови и губы. Но такое чудо и такую радость невозможно игнорировать. Распаковываем вместе с вами. Запаковано, как обычно, у Тамитанука от души, точно ничего не разобьется, и внутри нас ждет вот такой вот чудесный, красивый рукав с уникальным рисунком для данной палетки. Мне интересно, смогу ли я сейчас вытащить палетку нормально, потому что у меня постоянно она застревает в рукаве. Постоянно это те 2 раза, что я уже доставала палетку в новой упаковке. О, получилось. Но это гораздо проще, чем предыдущие разы. Вот такая вот здесь красота, плотный картончик. И смотрите первыми. Как там? А, тут карточка роста. Карточка роста. Неукротимый лавовый Василиск. Тряпочка и... Василиск? Василиск? Вам не кажется, что вот здесь вот он выглядит вот тут как-то более грозно, чем в итоге в тиснении на коробочке? Здесь он какой-то немного червеобразный. Может быть, конечно, червеобразный, но точно неукротимый. Хотя нет, мне это не нравится, я хочу укротить его для макияжа. Здесь у меня средний формат и... Ух, ну горячая палетка. Ой, задела ногтем грязь еще раз в Коли Мира. Стой!
Валя с канала Валенти дала мне свою палеточку Василиска из первого запуска, так что мы можем их сравнить. Здесь у нее это большой формат, в некотором роде ретро, потому что там и Танука отказались от него. Сейчас есть только вот такие вот средние и еще меньше микроформаты. Ну и первое, что бросается в глаза по оттенкам, что в оригинальной палетке есть вот этот вот сатин, это фиолетовый сатин Ревнивица. В новой же палетке он заменен на темно-фиолетовый матовый. Все остальное, кроме замененного оттенка, вот так вот на первый взгляд в палитре как будто бы одно и то же. Сравнение новой версии и старой версии я сделаю в Телеграме. Он называется «Эта Машка красится», и нас там уже больше 1100 человек, так что присоединяйтесь к нам, у нас уютно и весело. Там каждый день выходят посты, мы обсуждаем новинки, именно там я делаю абсолютное большинство всех сравнительных сводчей, делюсь внутрянкой. Ну или можете просто зайти за постом с Василиском, который появится буквально в течение пары-тройки дней, и потом отписаться, если вам только Василиск интересен. Торжественный момент. Сдираем пленку. Ух. Кстати, вам не кажется, что этот зеленый фон как-то вообще не подходит под это лавовое настроение? Давайте-ка я заменю. Так-то лучше. Теперь мы с Васьком лучше друг к другу подходим явно. Палитра невероятно привлекательная. У меня ее никогда не было, но у меня с моего первого посещения сайта Тами Танука лежит в корзине вот этот вот оттеночек пироманка, но он не в наличии был год назад, когда я впервые, собственно, составляла виш-лист. Сейчас меня прям руки чешутся его попробовать. Но в этом ролике, понятно, я смогу показать вам только один макияж, другие макияжи я, опять же, в телегу подгружу. Ладно, это все, конечно, очень волнительное, но глаза боятся, руки делают. Беру кисточку My Eclair A06 и набираю более светлый фиолетовый. Он, кстати, пылит. И им подтушевываю складку века. Воу, какая здесь... Слушайте, может, это старая формула там, это ну-ка. Это не очень похоже на мурену, сову, в которой на матовые требовали больше наслаиваний. Здесь прям пигмент, ого-го, с одного касания. И, кстати, вот здесь капельку уже подзалип, так что надо аккуратненько тушевать. Воу-воу-воу. Оцените, кстати, какой этот типа светло-фиолетовый, на самом деле довольно темный. Вот так вот козочкой по границам, если потереть, подтушевать, то нормально он уходит в кожу. Но я уже сразу могу сказать, что эта палетка, ну или, по крайней мере, этот матовый, это точно не для новичка. Здесь бы в идеале какой-нибудь более светлый фиолетовый матовый, например, оттенок чада из палитры с алксалотлем замечательно бы здесь подошел. Но если вы не тушевка-маньяк и допускаете какие-то легкие погрешности, мне кажется, и сам по себе оттенок достойно сработал. У меня же запланирован красный карандаш от Рад. Слушайте, ну этот макияж будет абсолютно дикий. Давайте я сразу нанесу его в слизистую. Оп-оп-о. Кстати, довольно мягко наносится. У меня до этого не было карандашей от Рад. Слушайте, с первого слоя какой красивый, яркий, насыщенный цвет. Ну, в эту лавовую историю этот цвет, конечно, отлично подходит. И давайте я сразу его спущу немножечко в ресницы. Очень приятная мягкая формула, и пигмента здесь достаточно. Я пока полностью довольна. И небольшой плотненькой кисточкой капельку подтушую. Может быть, даже вот так вот подвытяну. И, соответственно, соединяю здесь с тушевкой. Ну, карандаш просто пушка. Тянется отлично, наносится великолепно, цвет красивущий, еще и стоит бюджетно. Возможно, действует для вас не в самом логичном порядке, но у меня в голове все логично. Беру оттенок пироманка, мой самый желанный. И его наношу поверх карандаша. Ух, ну это прям огонь. Прям огонь. Кстати, в этой палетке не очень понятно, что использовать во внутренний уголок глаза, потому что вот эта пироманка, она явно на темноватой базе. В целом, с этим можно поиграть, но это точно не будет освежающий макияж. Хотя, будем честны, это в целом не освежающий макияж. Я, знаете, как люблю делать? Прям на слизистую, на гелевый карандаш маленькой кисточкой притаптываю оттенок теней, которые на нижнем веке. И так объединяется макияж, держится отлично за счет гелевого карандаша. И выглядит круто. Повторяю то же самое на втором глазу и восхищаюсь тем, насколько это яркие и насыщенные цвета. Я прям уверена, что у вас на камере они будут менее интенсивные, потому что это вот одна из особенностей теней Тами Танука, что они в жизни совершенно сбивают с толку, насколько они именно яркие. По формуле это металлик, здесь я никаких отдельных блесток не вижу. На другую сторону этой же кисточки набираю красный сатинчик, кажется, он называется чертовка, как я сегодня, и наношу на вторую половину нижнего века. Я вот не знаю, наверное, я даже заполню всю часть с карандашом. Чертовка как будто бы сияет и блестит, и в целом насыщенности в ней не так много, как в пиромантке,
Но если не сравнивать с проманкой, это отличный, довольно густой красный сатин. И с оттенком чертовка проворачивает тот же трюк со слизистой. Вот сейчас на данном этапе мне жалко, что у меня в этой палетке есть темный матовый и нету сатина ревнивица. Потому что посмотрите, как бы круто ревнивица сейчас бы зашла просто на все подвижное веко. И мне кажется, нам не нужно никакое дополнительное здесь затемнение, просто стрелку добавить и вперед. Но давайте работать все-таки с актуальной раскладкой, поэтому на маленькую кисточку набираю более темно-фиолетовый. Он идет под номером 193. Чуть-чуть стряхиваю и на внешнем уголочке как бы сверху дублирую красную стрелку. Зачем я это делаю, учитывая, что у нас есть подводка? Вопрос открытый. Так, ну оттенок пока дает кучу пигмента. Надо, конечно, обязательно проверить, как он тушуется, но уже не в этом макияже. Но в качестве стрелки работает просто бомбезно. Он прям такой плотный, совсем не похож, например, на темно-синий из Мурены, который был слегка прозрачный, за счет чего им было удобно как бы поверх затемнять, но вот такую вот плотную стрелку им нарисовать было довольно сложно. Здесь не та история. У меня сейчас такая дилемма, с одной стороны, так интересно в первых впечатлениях попробовать сразу все оттенки из палетки, а с другой мне так нравится огненный образ, который у нас получился, что мне как-то не хочется добавлять оттенок пава, и хочется просто на все подвижное веко нанести грязящее расколье мира. Но раз мне так хочется, давайте так и сделаем. Я беру кисточку Белла от Небледной, она более мягко нанесет оттенок, набираю, вырабатываю в зеркало и прям на сухое веко просто с остатками консилера наношу. Очень узнаваемая, тонкая, классическая текстура сатина в Тами Танука. Я уверена, что на липкую базу здесь будет более яркий, плотный, интенсивный результат, но мне, если честно, нравится этот акцент на нижнем веке, и поэтому я хочу оставить сатинчик более прозрачным. Но его сильно прозрачным не назовешь, безусловно. Смотрите, какой здесь блик. Кстати, он, по-моему, должен дуохромить. Давайте проверим. Ну, если дуохромит, то точно не сильно. На второй глаз тоже нанесу. И проверю дуохром с боковыми лампочками. Ну, кстати, смотрите, есть желтоватый блик. То есть база здесь такая сиреневая оттенка на подвижном веке. Основной блик розовый. И вот он к внешним уголкам получается более тепло-золотистый. Ну, красиво. Давайте во внутренний уголочек тоже добавлю тоненько-тоненько этот цвет. Просто чтобы он не был пустой и был какой-то блик. Но я даже не знаю, что делать нам с бордовой подводкой, потому что так не хочется испортить этот мейк. Он мне так нравится сейчас, если честно. Но давайте попробуем нарисовать внутренние уголочки. Так, посвочим сначала. Здесь у нас кисточкой. Ух. В цвет губ как будто, да? Кровавая подводка. Кстати, вот эти вот разводы, которые вы можете видеть на руке под сводчем подводки, это то, что Тинт оставил. Фух, ну, была не была. Рисую внутренний уголочек. Уп. У меня еще глаза слезятся, поэтому внутренние уголочки мне часто растекаются. Ну, что за первые впечатления без экспериментов, скажите? Вот так вот в реснички подниму. Как будто подводка не на 100% перекрывает грязящую расколи мира, поэтому есть легкий блик, но как будто бы без жести, то есть форма все равно читается. Ну вот здесь давайте еще проведем линию между красным и фиолетовым. Тоненько-тоненько, чисто для большей графичности. Ну и потому что мне не имется попробовать подводку. Что ж, теперь давайте пробовать черную тушь от RAD. Я очень привередлива к тушам, но вот эта вот ярко-синяя мне очень понравилась. Она дает классный эффект, причем его можно варьировать от более тонкого наслоения до более плотного, и она очень неплохо держится. А на мне прям большинство тушей осыпается и отпечатывается. Здесь осыпание есть, но, на мой взгляд, не критичное, по крайней мере, вот в синем цвете. Так что если черная All The Juice Mascara мне понравится, то, возможно, это будет моя просто ходовая бюджетная тушь. Потому что стоит это действительно совсем недорого, до 200 рублей. Щетка здесь силиконовая, вот такая вот стандартная, узенькая. И начинаю прокрашивать реснички прям от корней. Я, если честно, убеждена, что тушь — это один из тех продуктов, которые невозможно оценить по первому впечатлению в большинстве случаев, потому что они просто меняют свои свойства. Я думаю, многие из вас слышали такое выражение, как тушь раскрашивается, и это имеется в виду, что первые несколько применений, там, до 7, тушь загустевает перед тем, как принять свою вот типичную, основную, задуманную производителем формулу. И поэтому в первые разы тушь может быть более жидкой, за счет чего давать меньше объема. На нижние реснички тоже наношу. Хотя, кстати, у RAD есть еще красная тушь, она бы сюда здорово зашла на нижние ресницы. Со второго слоя сразу повеселее результат. Не, на третий слой уже прям заметные сгустки остаются на кончиках ресниц. Если вы любите аккуратные ресницы, то до двух слоев эта тушь нормально переживает. Опять же, по крайней мере, в новом состоянии. Короче, вот такой результат по ресницам, и мне кажется, он вот
отнюдь не вау. Я готова этой туши списать это на первое использование, но пока, ну вот я прям не в восторге. Веснушки. Ну, у вас же тоже есть ощущение, что они сюда прям лишние. Зато, возможно, накладные ресницы лишними не будут, раз уж тушь отрад подкачала. Сейчас буквально мне вчера приехали. Вот, вот такие вот реснички Mio Rock. Это тоже, кстати, очень бюджетные ресницы из золотого яблока. У меня есть такие же. Точнее, не такие же, а той же марки. Здесь у меня 12 мм такие тоненькие, более натуральные реснички. А здесь 13 мм и более интенсивные. Решила попробовать такой эффект. Но я совсем не профессионал в накладных ресницах. Я только учусь. Но, по-моему, сегодня как раз тот день, когда они не помешают. Клей я буду использовать тоже бюджетный от Catrice. И сделаю я это за кадром, потому что, опять же, я пока слишком плоха. Это было, на самом деле, довольно быстро, потому что эти реснички, они как бы довольно упругие. И поэтому их просто посадить, поставить. Но, мне кажется, это выглядит как-то слишком топорно, поэтому я попробую еще реснички покороче. Это от Binouage, тот же бренд, от которого у нас были стики, контурирующие румяна. Ну, в общем, я подклеила чуть-чуть еще ресницы поменьше, и стоит, наверное, признать, что это пока не совсем мое, но, по крайней мере, друзья, я стараюсь. И издалека чуть-чуть более эффектный образ. Пожалуйста, скажите, что это так, и что я не зря старалась. А, теперь верхнее и нижнее веко склеивается. Ух, каких жертв нынче требует красота. И знаете, что еще хочу сделать? Вот эту вот пудрочку от Catrice набрать на растушевочную кисточку и попробовать смягчить ей тушевку. Плюс заодно появится небольшой блик под бровью. Потому что все-таки фиолетовый, матовый, более светлый не вау растушевался. И как-то раз уж у нас так все наворочено, давайте и тушевку дошлифуем. Чуть-чуть внахлёст наслаиваю пудру, заодно добавляется такой софт-фокус по границе матового. Ну что, на этом все. Только не говорите, что этот макияж не роскошный. Он роскошный. Давно я не делала что-то настолько насыщенное и на губах, и на глазах, и мне очень нравится. Далее, кожа на камере, честно говоря, выглядит очень хорошо. В жизни я все-таки вижу, что мне слегка суховато это покрытие, по крайней мере, с пудрой, но тон, по-моему, очень универсальный. То есть он и мне даже сейчас, в середине осени, не очень сухой, а без пудры, мне кажется, будет вообще замечательно. И нормальный, склонный к жирности кожи, я уверена, что он будет не слишком сияющий, потому что он очень еще тонко наносится. Раз уж я начала выводы, давайте прям так с вами довольно близко поговорим о всем, что мы попробовали. Про тон я уже все сказала, единственный ощутимый минус для меня, по крайней мере сейчас, это оттенок. 0,1, точнее 0,1. Все-таки не супер светлый. Консилер. Ничего плохого сказать не могу, но ничего хорошего тоже. Я бы не сказала, что у меня как-то гениально увлажненная и сияюще выглядит зона под глазами. Но степень перекрытия меня полностью устроила, и макияж, по-моему, тоже замечательно сделался на этом консилере. Давайте сразу про Vivienne Sabot поговорим. Маркер. Меня удивило, что он такой прозрачненький. Мне кажется, если вы прям жгучая брюнетка, то четвертый оттенок вам покажется слишком светлым. Но с другой стороны, это очень новичок-френдли маркер, им сложно накосячить из-за того, что он такой полупрозрачный, и выглядит, по-моему, все довольно натурально. Особенно учитывая, что я наслоила, так наслоила. Titi Tint в оттенке 0,6. Выглядит роскошно. Я уже довольно долго здесь сижу, довольно долго болтаю, и уже можно делать какие-то выводы. И первый из них то, что я не чувствую ощущения стянутости на губах. Это хорошо. Давайте попробуем. Отпечаталась чуть-чуть глянцевая часть, но... Давайте еще так попробуем. Вообще хорошо стойко держится цвет. Давайте еще разочек. В общем, печатается глянцевая часть тинта, но основная масса держится очень неплохо, и тинтует этот цвет тоже очень хорошо, по крайней мере, на сводчах на руке. Далее по губам у нас был карандашик Catrice. Здесь не суперудачный оттенок, он прям такой нормально конкретно розовый. Это карандаш номер 110. Я не поняла, если честно, пока насчет плампинг-эффекта, потому что у меня впечатление, что первые минут 10, может даже 15, я ощущала, что у меня что-то нанесено. Но, возможно, если бы я не знала, что на это надо обращать внимание, я бы и не обратила внимания. Короче, здесь точно никакой жести, а формула классная и форм-фактор классный. Далее от Catrice Soft Glam фильтр пудра. На камере, по-моему, она выглядит супер роскошно. То есть она действительно дает какой-то софт-фокус, сглаживает все текстуры, дает какое-то однородное, слегка-слегка капельку сатиновое сияние. Этим продуктом я пока тоже абсолютно довольна. И, кстати, клеем для ресниц от Catrice я тоже довольна. Не то чтобы мне есть с чем сравнивать, но у меня ноль к нему претензий. Он бюджетный, хорошо клеит.
прозрачный. Ресницы, кстати, те, что бинуаж, точно можно брать, потому что они очень натуральненько смотрятся, такие тоненькие, симпатичные лучики. А вот эти вот Mio Rock мне пока кажутся очень топорными, но, возможно, это с непривычки, и, по крайней мере, они точно дали выразительный эффект, и за счет своей такой жесткости, они, видимо, пластиковые слегка, то есть пластиковые сами волокна, удается их подцепить и как-то очень удобно и быстро подставить. Далее погнали. Продукты RAD. От красного карандаша я в восторге, пока не знаю про стойкость, но все остальные свойства. Вау! Тушь черную пока не поняла, но вот синюю или бордовую Oxblood я точно могу рекомендовать. Люкс Визаж. Гель для бровей. Если вы любите прям жесткую фиксацию, можете обратить внимание, потому что это жесткая фиксация. Но при этом, благодаря щеточке, мне удалось его нанести довольно тонко. То есть я не чувствую, чтобы мои брови хрустели. Мне кажется, это как раз потому, что довольно тонко нанесено средство. Пока мне нравится. Хайлайтер от Alien. Красивый блик, на камере опять же смотрится роскошно. Темных полос я все-таки не вижу. Зато мне кажется, я вижу, что я не заметила осыпания от фиолетового матового. Симпатичный блик. Как бы на пудру мне в итоге суховато, но я уверена, что на каждый день это классная зашлифовывающаяся штучка. Гладкий блик, абсолютно без блесток, по крайней мере, я их не вижу. Нейтральный оттенок. Можно и наслоить, и легко нанести. Короче, все супер, мне пока все нравится. Вот, кстати, нашла, что мне пока не совсем зашло. Это контурирующий стик от Benoist в 01 оттенке. Во-первых, он для меня чуть-чуть слишком оливковатый, хотя, конечно, в полном макияже это совершенно незаметно. И плюс мне показалось, что он не элементарно растушевывался. Он как бы легко растушевался в итоге, но... Точнее так, он растушевался в итоге, но не очень легко. Зато румяна Сакура гораздо легче растушевались, они такие тоненькие, такой классный оттенок здесь как раз мне все устроило, очень понравилось. Подводка бордовая, очень красивого, трендового цвета, удобный аппликатор, кисточка, классная упаковка, кстати, абсолютно такая же, как у вот этого вот бордового лайнера из коллекции Hooligans от Beauty Bomb. Вот здесь у меня полный обзор на эту коллекцию, но если вы хотите спойлер, мне очень понравился этот маркер. Точнее, подводка с кисточкой. Это буквально единственное, что мне понравилось из этой коллекции, но я ее регулярно использую. Давайте сравним. Пришлось наслоить, чтобы лучше разглядеть отличия. Вот здесь вот сверху у меня Beauty Bomb, и она чуть-чуть потемнее и как будто бы с легкой фиолетовинкой. А вот эта вот Benoist, она более светлая и такая истинно бордовая. Шарик. Есть и там, кисточки абсолютно одинаковые. Стойкость Beauty Bomb меня полностью устраивает, стойкость Benoist я пока особо не проверяла. И, кстати, давайте перед тем, как я скажу свои мысли по палетке, вот вам вставка про стойкость. Фух! Макияжа на мне всего часа 4, но мы уже можем увидеть какие-то тенденции по стойкости. Первый из них то, что все на лице чувствует себя великолепно. Я, правда, насчет кремовой коррекции не уверена, потому что я ее уже сложно могу разглядеть, но я уже под конец готового макияжа за бликами пудры и хайлайтера с трудом могла рассмотреть кремовую коррекцию. Хайлайтер на месте, кстати. Кожа, если честно, чувствует себя подсушенной, я бы хотела умыться и нанести уход, но сейчас уже конец дня, мне пора бы. Но зато я совершенно не вижу подчеркивания текстуры в этой комбинации. Я буквально вчера тестировала матовый тон, и там было 6. Брови. Ну, это, друзья, очень мощно. Я верю, что это водостойко. Это абсолютно не двигается. Единственное, что у меня довольно активная мимика, и я вот в эти вот моменты все-таки ощущаю, что у меня что-то жесткое на бровях, но для каких-то экстремальных случаев я уверена, что теперь буду обращаться именно к этому гелю. Губы — это просто вау. Если что, я поела пельмешек со сметаной. Как бы... Все, оно больше не печатается, вся глянцевая часть сошла. Теперь здесь только как будто тинт. Оно довольно ровно лежит, сухость не подчеркнута. Жирная пища как бы это не размыла. В общем, это стойко, это особо не сушит, это не подчеркивает текстуру, этого потрясающий оттенок. Всем надо. Тушь, елки-палки, осыпается. Ну, мне кажется, даже вам это видно. На мне большинство туши осыпается. Мне кажется, что вот синяя на мне так не осыпалась, и бордовая. Слизистая в абсолютном порядке. Соответственно, мы можем говорить о том, что... Карандаш красный RAD в порядке. По поводу теней чуть-чуть вижу подчеркнутую складочку вот здесь вот. В остальном все четко. Кстати, еще по поводу накладных ресниц. У меня вот здесь вот кололась одна ресница, я ее в какой-то момент сняла, но не считая этого, я их уже и не ощущаю. По подводке за 4 часа сказать, конечно, сложно, но сейчас она на месте. Я долго рассматривала свочи Beauty Bomb и Benoist сверху, я напомню Beauty Bomb, и как будто бы Benoist, во-первых, чуть-чуть сильнее бликует, а во-вторых, как будто бы она чуть-чуть более прозрачная. Короче, пока мне Beauty Bomb нравится больше, но если вы ищете что-то более откровенно цветное и менее такое темно-нюансное, то Benoist, конечно, ярче.
Ну и палетка неукротимой лавовой Василиска Тамитанука, еще разок. Это перезапуск их старой, ну как, относительно старой палетки. Кажется, в 2022 году оригинальная выходила. И вот это ресток в пластике, это новый форм-фактор у Тамитанука. И здесь, в отличие от первой версии, два матовых. Понятно, пока что это всего лишь первое впечатление, неполноценный обзор на палетку, но я не знала, что мне бренд пришлет до запуска эту палетку, за что там это, ну-ка, вам огромное спасибо. Я собиралась приобретать монетками, и я бы приобрела монетками, вот имея все те знания, что у меня есть сейчас. Как минимум уже ради этого макияжа. Ну, камон, по-моему, это роскошно. Сразу по нюансу могу сказать, что вот этот вот матовый, он не элементарно растушевывается. Ну и также, если для вас это важно, здесь нет каких-то ярких суперблесток и нету светлого оттенка для высветления, условно, внутреннего уголка. Хотя вот у меня легко растушеванное грязище вот это вот расколи мира устраивает. По крайней мере, в этом макияже. Короче, если вы, как и я, жадные до ярких, насыщенных, глубоких цветов, точно надо брать. Всем остальным рекомендую посмотреть побольше обзоров. Меня сегодня порадовало буквально все. И палетка теней, и вся наша куча бюджетных продуктов, которые мы сделали весь остальной макияж. Если вы пробовали что-то из этого, обязательно напишите в комментариях свои отзывы, будет интересно сравнить. И также пишите свои мысли по запуску палетки «Неукротимый лавовый Василиск». Если вы досмотрели до сюда, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Скорее всего, вам понравился этот ролик. А меня зовут Маша, и всем пока!